Мир всем! Сегодня суббота, первая после праздника Троицы. Вот. Никто не задумывался, кто и как убирает в храме после этого праздника. Ну вот, веточки просто собрала, а траву уже можно смести шваброй. Вот травы было немного, но тем не менее такая вот кучка образовывается. Потом веником пройдусь. Вот так вот. У нас дежурство по очереди с сестрами, кроме. Ну, бывает, кому как попадется. Он еще не все веточки убрала. Вот, пожалуйста, такой вот снопик получился. Вот так. Опа. Сейчас дальше уберем. Вот снопик на улице. Местная матушка сгребла все сено и понесла себе. Ну, а я все подмела, сейчас буду мыть шваброй. Здесь, оказывается, ласточата. Вон там. Вот тут цветочки маленькие возле храма. Сделали новый забор. Вот мой большой букет. Птички поют. Хорошо.